Вот вы мне не ответили на вопрос, кто в мире считается, есть какой-то вот признанный всеми медиками авторитет в этой сфере или нет? Авторитет как личность или как страна? Как личность, как страна, мы уже поняли, что страна... лидирует. Американцы тратят много денег, но справиться не могут с эпидемией. Так. Гораздо меньше денег тратят на это японцы, так. А эпидемия там очень маленькая. Угу. И это связано с тем, что в Японии очень мало наркоманов, которые колят на наркотики, а это путь передачи вещи. Ну и да, второе, они же по пятнам. И второе, вы очень удивитесь. Да. Причина, что там запрещены оральные контрацептивы. Да. Я даже не знал, что есть такие. Да, так. Это то есть женщина пьет таблетку и не беременеет. А, вот в, Японии, в этом смысле. Вот эти контрацептивы. Я думал, что контрацептивы для орального секса. Да, вот таблеточки выпил, гормональные, правильно их назвать, и не беременеет. Вот в Японии из мужского шовинизма, так считают, это запрещено. Так. Поэтому в основном предохранение от беременности с помощью презерватива. Вот какой-то год я смотрел статистику, 90% всех производимых в мире презервативов использовались в Японии. Ну вот и как результат, там сейчас практически нет ВИЧ-инфекции, то есть какие-то сотни, единичные случаи. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».